Гость из солнечной Италии, художник-концептуалист и преподаватель художественного лицея города Мантуи Винченцо Паонессо учит юных новосибирцев живописи. О творчестве на едином для всех языке искусства сюжет Оксаны Тимофеевой. Прожить Россию через Достоевского и Толстого. Винченцо Паонессо, художник-концептуалист из Италии, уверен, его привела сюда судьба, чтобы он своими глазами смог увидеть страну из когда-то прочитанных книг. Как только вернусь в Италию, начну воплощать свои впечатления в работах. Ведь я такой же охотник на сюжеты и образы, как американский художник Джозеф Корнелл. А пока приключения итальянца в самом разгаре. Он участвует в международном проекте «Игра в гости» и дает уроки воспитанникам художественных школ Новосибирска. Пока мастер выбирает предметы для натюрморта, в зале будущие художники волнуются в ожидании. Лена учится в 4-м классе. Изобразительное искусство – ее страсть, а фантазия – источник вдохновения. Я такие волшебные люблю рисовать картины дома. И они у меня получаются очень красиво. Ну, потому что я в них вкладываю свою душу. Как настоящий художник. Это твой первый натюрморт? Нет. Нет? Были получше. Очень интересно, ну, этим заниматься вообще, ну, развиваться и... Да. Хотели бы стать художницей? Да. Разговорить робеющих перед иностранным учителем ребят было непросто. Скромные у вас художники, смеется Винченцо. Однако особую внимательность и вдумчивость ребят по сравнению с его учениками в лицее Мантуи мастер оценил и похвалил. Много очень хороших учеников, которые действительно любят рисовать. Мне это понравилось. Видимо, тут у них хорошие учителя. Учителя, в свою очередь, перенимают опыт иностранных коллег. Если учебные натурные работы итальянцев проходят по тем же принципам, что и наши, то творческие занятия, уверяют педагоги, отличаются совсем другим подходом. Они гораздо больше основываются на абстракции, на обобщении, на таком поиске образа. То есть у них больше опоры на современное искусство, а у нас все-таки больше опоры на классический рисунок, на традиционное искусство. Винченцо уверен, что хорошо рисовать может каждый. Все это дело техники и тренировок. Но индивидуальности художника невозможно научить. Талант или есть, или его нет. Однако тот факт, что в тяге к новому и прекрасному человек наполняется и становится лучше, не оспорил еще никто. Оксана Тимофеева, Константин Стримоусов, Новости ОТС.